И на ночь. А на той стороне кричала Ишатика. Так он дернул. Товарищ капитан, с вышки за виноградником доложили. Туда прибыли замначштаба округа полковник Шипов и начальник отряда полковник Гордеев. Вышли из машины, идут вдоль контрольной следовой полосы. Хорошо доложил. Торжественно. Соответственно, моменту, товарищ старший лейтенант. Вы обратили внимание, что этот участок не просматривается с вышек? Здесь есть другие наряды, могут прикрыть. Не вижу никаких нарядов. Что скажете, капитан? Так точно, не видите. Плохо, очень плохо. Никогда не считал вашу заставу образцовой. Не торопись с выводами, Геннадий Олегович. А вы не заступайтесь за своего любимчика. Времена застоя и благодушия кончились. Нам нужны командиры, досконально знающие свое дело. Ночью здесь прошел Ишак. А если бы нарушитель, как бы вы его заметили? На этом участке. Извольте ответить, Валерий Павлович. Ефрейтор Горобец, рядовой Орлов. Эйва. Бурдаки, а мы не знали, что у них здесь секрет. Старший наряда ефрейтор Горобец, товарищ.